Hello, ladies and gentlemen. С вами Raven. Звуки шагов — это неотъемлемая часть любого шутера. Благодаря хорошим звукам мы можем услышать передвижение противников и быть готовым к бою. В помощь определению позиционирования врагов нам помогают наушники. Хорошие игровые наушники дают нам понять, где идет противник, чтобы он не смог нас застать врасплох. Поэтому я хочу провести небольшой эксперимент. Я возьму 4 вида наушников, от самых дешевых, не предназначенных для игр, и заканчивая дорогими игровыми. И первыми вступают в бой наушники марки Samsung. Данные наушники были в коробке вместе с моим телефоном Galaxy A6. Наушники достаточно простые, обычные вставные, не капельки. Сразу говорю, я слушал всего лишь их один раз, звук так себе, если честно. И также они выпадают. Но посмотрим, как они будут в игре. Надеюсь, я хотя бы услышу хоть один шаг, когда противники будут вблизи. Надеюсь, они меня не подведут. Ну что же, это самый дешевый. Давайте проверим, как будет все в игре. Так, каковы мои первые впечатления от использования этих наушников? Звук говно, шумоизоляции нету. Я слышу все, что происходит у меня в квартире. Любой шум, любой шорох. Но я слышу звуки выстрелов, это уже, конечно, большой плюс. Вопрос, буду ли я слышать звуки шагов? А, чел, походу, тоже какой-то челлендж делает. Чисто на картонах передвигается. Не знаю, я шаги вообще не слышу. Это ужас. Звуки стрельбы есть, но они очень ужасные, ребят. Максимально ужасно. Посмотрим сейчас, как в игре, конечно, будет. Я готов просто уже выключить, удалить все. Иначе это габало. Ладно, ребят, погнали. Надеемся просто на свою стрельбу. Надо хотя бы нам один девайс выбить. Постараться. Постараться это сделать. Ну, мы сделали максимум. Два девайса выбили, это уже хорошо. Все-таки по 250 это мощь, если ты попадаешь по голове. Блин, это сложно было сделать. Это было сделать очень сложно. Проблемы с соединением. Может, у меня интернет отключился? Но плюс в том, что я хотя бы смог выиграть этот раунд. Он отключился прямо вовремя. Так, не зря я его банил на период разминки. Не зря. Nope. Не докинул. Должен убить. Банана. Go second mid. Second mid. Go. Yeah, but he's going for the gun. Probably. Save up. Where's the?
сейчас залетит. Nope. Блять, опять не залетело. Да как надо? Как надо стрелять? Как надо кидать гранаты? А так вот, допустим, я убил чувака, я его не слышал вообще. Я его не слышал. Я просто подождал по таймингу, и я его убил. Why are you cheating, Craven? Ну, это лучшая похвала. Это лучшая похвала, я считаю. Вам тоже, наверное, нравится, когда вас обзывают читерами, а вы ими не являетесь. Это лучшая похвала. Блин, я жалко, я не знаю английский, я бы с ним попереписывался. А так наш разговор просто, я понимаю, зайдет в тупик, если я начну ему писать. Так, попытка номер три. Залетит или нет? Е-бой, залетело. Robot even. What did you do? What did you do? Cheater? Report. Этот парень явно ко мне неровно дышит. Я сейчас так налажал, он обвиняет меня в читерстве. What the fuck? Димитрий, я не говорю по-английски. Ace. If he comes to D, let's... My ace! Oh no! Он сам себя слепил, кстати. А, он не сам себя, ну окей. Окей. Просто у меня нет ничего противозаконного, но они думают, что я читак. С моей-то слабой игрой. Я играю в КС максимум 2 часа в день. Этого мало, чтобы меня вызывали читером. Тем более звание ведь, это Беркут, это достаточно, думаю, ну, невысокое звание. Чуть выше среднего. Блин, ну звук отвратный. Не могу привыкнуть. Nope. Блять. Тихо. Мало того, у меня гранаты я еще не туда кинул. Может, я его тоже взорвал гранаты? Но нет, нет. Видимо, нет. Красавцы. Чтобы вы понимали, сейчас вот музыка звучит за, ну, за звезду героя. Очень отвратно. Это будто вы находитесь на очень плохом концентре с ужасным оборудованием. Очень ужасный звук. Плохая музыка. Очень плохая музыка. Я думаю, намного лучше это все будет. Plant A. Но он вряд ли не на шифте, я думаю, проходил. Соответственно, были бы хорошие ножики, бы услышал. К сожалению. Надо забирать, красавчики. Последний. Последний и победа. Давайте, парни, найдите его, на нюх берите. А может опять он на ушел каким-то образом? Плент, у вас же бомбы нет, если не ошибаюсь. Вот сейчас они пойдут выбивать, и они сдохнут. Красавчики, красавчики. Ну что же, ребят, это победа. Это победа при первом же испытании. При испытании очень дешевеньких наушников. Не знаю, были бы противники посильнее, я думаю. Кстати, мне дали слепой герой. Больше всех убийц в ослеплении. Неплохо, неплохо. Теперь они больше будут уверены, что я читер.
А, и, кстати, я на последнем месте. Понимаю. Ну, говорю, я особо не убивал за КТ, я в основном за теров керил. Ну, а так, что можно сказать про наушники? Честно, они плохие, для игр вам точно они не подойдут. Да даже для обычного повседневного использования тоже не, потому что я попробовал послушать музыку ВКонтакте, но звук просто отвратительный. Это вот хотя бы чтобы было просто. Вот хотя бы чтобы было, тогда подойдет. А так нет. То есть играть невозможно, музыку слушать невозможно. То есть, так когда я должен был слышать шаги, я в основном их не слышал. Был, конечно, момент, где какой-то топот был, но я не понял, где чувак выйдет. А так просто я рассчитывал на свой скилл. К счастью для меня, мой скилл не подводил. То есть примерно у меня было понимание, где противники. Свое понимание я реализовал. Поэтому если мой окончательный вердикт, то испытания провалены, они точно не подойдут для обычной игры. Вторыми вступаю в бой наушники марки Panasonic. Цена около 600 рублей. Покупала я уже такие наушники достаточно давно, но меня примерно раз в 2 года, потому что первый раз, когда я их покупал, у меня их украл старшина в армии, ну, как украл, забрал. Второй раз я просто на них поспал, и они сломались, поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы наушники у вас служили долго, поэтому, пожалуйста, не спите на наушниках, иначе они сломаются. И вот теперь, получается, я купил их в 2018, и они у меня все еще держатся. Хорошие достаточно наушники, как я говорил, цена у них достаточно очень дешевая, 600 рублей, но качество исполнения очень хорошее. Незаменимая вещь, когда я выхожу из дома. Звук достаточно хороший, достаточно неплохой бас. Но как в игре будет, мы сейчас с вами убедимся. Давайте посмотрим. Ну что можно сказать по звуку? Звук, в принципе, достаточно неплохой. Я, по крайней мере, слышу, кто где идет. Он не такой качественный, конечно, как был у меня в хайперах, но я зато все равно все отчетливо слышу. Конечно, мне пришлось немножко подшаманить, поднастроить его, чтобы я слышал эти шаги, но тем не менее, сейчас я достаточно доволен. Посмотрим, как в игре все это будет. Но если сказать что-нибудь по поводу шумоизоляции, то все-таки небольшая она присутствует, так как наушники вакуумного типа. Ну, что-то какие-то помехи, видимо, из бункера играют. Вообще не слышу, что он говорит. Прибавлять я его не буду, он, блядь, шипеть там будет весь микрофон. Ну нахер. Блин, все запушил. Монстр занимаешь? Нет? Я стример. Я понял, говорю, монстр занимаешь? Монстр занимаешь, я стример. Чё-то у нас не получается, ребята. Чё-то у нас не пошло. Закупаться будем или нет? Ну ладно, мы закупаемся. Ладно, окей. Люблю закупаться. Ну можно, в принципе, было сделать эко. Ох, ебут нас, ребята. Просто ебут. Не, ну это на хайлайты сейчас. Просто снеги вам ебошу. Давай, я верю в тебя, давай. Неплохо, не... Ну, почти... Ну, неплохо. Где калаш? Первый раунд копилку — это хорошо. Это просто отлично. Главное, киллы нам надо научиться делать, а то что-то не получается пока. И, кстати, да, это я же зачем-то на Б пошел. Вопрос еще есть, почему я на Б стою? Нет? Или кто там? Зеленый сдал. Ты понял, оранжевый? Оранжевый, отвечай. Желтый, блядь. Спиздил мой цвет. Ну, по идее, по мне есть инфа, я, наверное, зря здесь стою. Услышать сейчас главный шаг. Шаги все равно более-менее слышно, звук нормальный в этих наушниках. Главное сейчас не обосраться, ребята. Он нуля. Я хрен не осталось, как бы смотрю. Ван лонг. Смог на Б дали. Сейчас двое на Б должно быть, один должен быть с апрети. Видимо, он через коннектор придет. Внизу, внизу. Внизу слева один, один из шорт. You are dead! Хуя, блядь, не заметил его. Сэви. Останься, если что, позовешь зеленый. Ты
моли кинул? Нет, понял, иду обратно. Я монстр смотрю. На шасси есть. Пошел. Жи, иду. Не торопись, больше никто нету. Без башки на шарте. Лагает, лагает. Долбаю, блять. Идите к папочке, ребята, идите к папочке. На устопит пурпл. Ты хочешь калаш? На калаш, блять. Надо стопить, блять. Чтобы получить калаш, надо делать стопить. Держись. Я иду прямо, блять, подобрать дроп, потому что у меня петух нормальный дроп взять. Он, блядь, бежит, старят со мной и стопит меня, блять. Негодяй, негодяй. Гори! Давайте, просто на мужика, парня. Пойдемте на мужика, парни, идем. Вот. Угу. Неплохо, неплохо, ребят. Красавчики просто. Под балконом они у себя. Сети, по-моему, сети идут. Ну и последний остался. Слева. Все, отлично. Давайте возьмем юмпик. Веселись, беги, стреляй. Так, мне доверяют бомбу, то есть я ответственное лицо в этой команде. Хоть где-то я ответственный. Надеюсь, тут все прочекали, парни. Ага, все, ладно, не будем возвращаться. Нам только бомбу поставить и все. Остался пряник и КНЖ. Я не думаю, что они опасные. Ребята сейчас всех раскатают. Ну ты что, может, заплатишь уже? Это я кину. Звук какой-то очень странный просто был. Может, я решил перестраховаться. Окей, все я закинул. Там, походу, пушку сейвит. Да по-любому. В 1-3 не пойдет. Так, сейчас у них, скорее всего, будет закуп. Надо быть готовым. Нет, я не хочу с бомбой таскаться, все-таки не хочу. Таскайтесь с ней сами. Так, моя стихия — это Т-сторона, поэтому сейчас мы должны набивать фраги. Будь здоров за милую душу. Блядь. Флэш поднес. Найдите. С пачкой. Шорт. Вот и ласт. Дуралей мне спину чуть не забрал. Ван туалет. Лефтсайд. Знаете что, я сейчас услышал, как он прицелился, то есть звук нормальный на этих нужниках, цена на 600 рублей, но звук в принципе нормальный. То есть я услышал даже этот скоп. А в прошлом видео я бы его, ну точнее не в прошлом видео, а в этом получается, я бы его не услышал. В прошлой катке. Я думал, он где-то слева стоит, либо на лонг отошел. Не, ну мы пока выиграем, все равно нормально. Задел есть. Нам осталось взять буквально, ну хотя бы 4 раунда еще. Хотя бы 4 раунда. Лезь к площадку, залезь, вон на горку, сиди молча. Сзади.
Там еще должен быть. Сразу. Ты же стрельнул. До второго могли бы выйти, пизда тебе. Так, за аналитику платить не будем. Зачем? За аналитику? Да. Ребят, ну, блядь, ну уже... Какое звание? Какое звание у вас? Ну, у меня плохое звание очень. Ну, какое? Я даже не хочу об этом говорить. Давай в следующий раз. Ваполаша? Меня что ли спрашиваешь? Да, какое звание? Сейчас. Не, ну я Суприма дали... Я Суприма специально дали слил. Посмотрите, как тут сейчас играют. И чё тут? Тут... Я в мёртвом компе играю, поэтому я в основном на фейсике играю. А ты случайно слил? А я свой Суприм слил не случайно. Нет, я специально слил. Просто мне интересно, двое, нап, как ниже уровнем играют. Смотри, есть бак, бак, есть. Двое там все. Ну пошли через смок, ребята, погнали, погнали, ребят. Не врать и не бояться. Погнали, ребят. Бля, не сгореть бы просто, не сгореть бы. Возьми, шел ты, не тупи. Шел ты, Алёша. Не успею, все, уже не успею. Шел ты. Ты точно супрем бывший. Да, это был далекий 2015 год. Я его апнул, и через день я его слил. Вот такая грустная история. Не сгореть, главное не сгореть. Люби меня, люби. Блин, я бы подпел, братан, если бы я слова знал. Я забыл их. Сколько котиков? Что? Сколько лет? Нет, 24. Ну, как я помню. Нормально. А тебе зелень? 35. Ты серьезно? Тут тебя по голосу похож. Не курил что никогда? Нет. Ну ты хорошо, что тебе 18, ты пиздишь. Моему аккаунту как раз. Ладно, поверю. Мне 30 лет. Тебе 30 лет? Да. А ты тебе, когда исполнилось 30 лет, ты включал? Юру, уходи. Кого? Сектор Газа слушал, когда тебе исполнилось 30 лет? Не сегодня, а 30 лет! Да-да-да. Я думаю, все обязаны включить эту песню, когда им исполняется 30 лет. Не-не, погоди, дым удачный. Оу, шит! У тебя стоит рядом. Убил, убил его. Погнали, погнали, не бойся. Не врать и не бояться. Не, ну мы не проиграли, это уже успех. Это успех, я считаю. Но честно, к середине игры, я думаю, мы проиграем, но все-таки мы собрались. Наш ютубер затащил, то есть, ну он реально рвет просто. Кстати, мы киллы начали наделать, это тоже, это главное. Кстати, это правда то, что к 30 реакция уже не та? Чё? Ну то, что к 30 годам реакция уже не та, допустим, тот же самый КС-ки. Нихуя, ты смотри, как я ебашу. Есть такой момент, есть. Кстати, HP 1. Как? Ну, реакция старая уже. Нет. Просто дым рассеялся. Дым рассеялся, он уже серый. Серый, видать.
Встань, где угол, где машина. Иди сюда в угол. Не стой открыто. Все хорошо. GG, guys. GG. Так, интересно, что мне дали? Мастер счета? Наивысший счет 62. Неплохо. Я на первом месте. Е-бой, я на первом месте. То есть заслужил, в принципе, заслужил. Кто здесь лучше? Я здесь лучший. Так, а что можно сказать по поводу этих наушников? То есть наушники за 600 рублей, но звук достаточно хороший. Он не идеальный, но он хороший, я могу распознавать шаги. Я слышу, кто где находится. Конечно, в HyperX звук более четкий, более улучшенный, но если у меня сломаются хайпера, то я спокойно могу взять за наушники за 600 рублей, я тоже буду слышать все звуки. Поэтому, и самое главное, звуки достаточно приятные, очень приятные, и очень, очень их приятно слышать. То есть звуки калаша, вот в прошлый раз, ты вообще, то есть такой ужас был, будто тебе уши сверлят, а здесь нормально, ты прислушиваешься, звучок такой хороший. Поэтому мне понравилось, мне это все понравилось. Поэтому мой вердикт одобрено. Вы можете спокойно их покупать и играть с ними, я одобряю. Дорогие зрители, это моя первая серьезная работа. Работа, над которой я очень старался. Вкладывал большие усилия, чтобы вам было интересно и весело смотреть. Также я позволил себе немного поэкспериментировать. Вы, наверное, уже заметили, что звук микрофона в середине ролика стал отличаться. Я решил его улучшить и добавил пару пресетов в Adobe Audition, чтобы звук был более качественным. Поэтому я очень хочу прочитать ваши комментарии по поводу микрофона. Где звук для вас был лучше? В первой половине ролика или во второй? Также вторая часть не за горами. Во второй части мы рассмотрим уже наушники непосредственно для компьютера. Сравним дешевые и более дорогие модели. На этом все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Пока-пока.